По-любому каждый из вас когда-нибудь доводил промокод. И вы все любите промокоды, потому что это топовая халява. Как вы знаете, у нас ФФВС уже скоро заканчивается, будет у нас финал, поэтому будут какие-то промокоды. В этом видосике хочу вам показать приблизительно промокоды, которые возможно будут у нас. Если вы тоже любите промокоды, нажимайте естественно на лайкос и смотрите видео до конца, потому что расскажу вам все то, что я знаю. Тут написано World Series, как вы понимаете, 25 числа play-in, 26 числа финал. И тут уже прям чисто написано, получай награды за число просмотров. То есть, чем больше будет зрителей на трансляции, тем, скорее всего, будет больше вещей, которые дадут бесплатно. Что за вещи будут, мы вот об этом и поговорим сегодня с вами. А пока есть 5 секунд, чтобы вы поставили лайк и написали свой комментарий, что любите промокоды. Хочу сказать, что у меня топовая гильдия, которая зашла уже в топ 100 СНГ, правильно же говорю? Вот самые активные игроки, заходите к нам, мы ищем топовых людей, которые играют ранг или рейтинг. Конечно, у вас статистика должна быть жесткая. Вот, и актив, естественно, самый крутой, поэтому всех активных ждем, ссылки в описании на контакт. Но что я хотел вам показать. Вы на превьюшке, возможно, видели вот это. И тут, как вы можете заметить, стенки, типа, да, эмоции и вообще дофига всего. Здесь зарубежный человек показывает нам вот это. И как вы могли видеть, это реально возможно так и будет. Смотрите, у них за 300 тысяч вообще. Ну, то есть, как можно заметить, за 100к онлайн, за 300к онлайн и за 500к онлайн вот такие будут у них подарки. Если у них 100к, что у них будет? У них будет 5 купонов и персонаж. Дальше, что у них будет? Это у них получается, вот, за 300к у них получается здесь персонаж. И за 500к выбираешь эмоцию. Это было в том году. Понимаете? Это было в том году. Если что. Как бы типа 21 год. Это было классно. Потому что здесь можно было забрать вообще на халяву эмоцию. Прикиньте, на зарубежке. Даже вы могли зайти, просто зайти на зарубежку и забрать. Вот. Что же будет в этом году, я вам в принципе сейчас покажу. Вообще, я нашел вот такой скриншот, в котором показывает, что бесплатно будет стенка. Опять же, это зарубежка. Тут 25 миллионов должен быть зрителей, понимаете? У нас такого пока не будет. 25 миллионов зрителей, ну это жестко. Вот, 75, тут еще бесплатные эмоции, да, типа выдается. Смотрите, у нас, возможно, будет просто меньше цифры. Ну, допустим, 10 тысяч, там, 15 тысяч и 30 тысяч. Возможно, так они сделают. Вот. Но отталкиваться тоже можем отсюда. Соответственно, если будет жесткий актив, то могут дать и стенку в такую. Прикиньте, это будет еще жестко. Но, скорее всего, будут купоны. Возможно, будет даже вот это. И, скорее всего, будет просто какие-то лутбоксики. Но если вам это нужно все, лутбоксы и так далее, то я публикую на канале, естественно, все эти промокоды. И в топовом телеграм-канале, ссылка будет в описании, там, естественно, будут тоже промокоды. Поэтому подписывайтесь. Самый первый вы знаете, когда будет промокод. И какой он будет, естественно.